Покажи чужакам мощь нашего господина! Ну а о чем может идти речь, у тебя люди не в Дискорде? Вроде он здесь сидит. Кто? Ну значит, что он выключил его. Иначе почему он меня не слышит? А киса? Сейчас посмотрим. Под войдом сидит. А вон он, ну. Ну впиши ему ГП за такую хуйню. А чё он там? Ты ему что-то говорил? Ну, в смысле, он просто не в Дискорде. Во время траев, блядь, босса, которого всякий льда убить не может. Ты Акиса в Дисе или чё, где ты там? В Дисе. Ты замутал, что ли, этого взятого? Нет, никого не мутал. Вообще, имею право мутать. Не, я имею в виду не у мутал, а выключил, в смысле, ты его слышишь вообще или нет? Что-то просил тебя или что на трае? Что-то не понял. Я не слышал ничего. Нет, на трае я не просил. Сейчас мы легли. Да. Может, я тебя спрашивал. Может, он отходил куда-то? Ты отходил, что ли? Как-то тихо. Я не знаю, вот туда разговаривает. Тихо вообще, я его еле слышу. А. Расскажи, вот ты справа стоишь, расскажи приоритет свой. Кого ты сперва бьешь? Который слева выходит. Потом как? Пересаживаюсь либо на второго, либо на этого. Называются как они? На рыцаря, не знаю. Я... Приверженец, еще там кто-то. Но я должен снимать эту хилилку. Угу. Я смотрю хилилку, просто которую с них. Я сейчас смотрел за тобой. Было два приверженца под щитами, я их не мог бить. И был фанатик, тот, который без щитов. Я смотрю, ты бьешь фанатика, вместо того, чтобы сливать щиты с приверженцев. Повнимательнее немножко в следующий раз, ладно? У меня 30% физурон от всего урона. У него физурона действительно мало. У него, смотри, атака. Не, ну атака на первом месте. В прошлый раз, вчера мне говорили снимать на приоритете с этих хилилку, с этих фанатиков или кто там. У него он всякая залупа там, молния. 15 секунд они не бафуют, а потом они на себя начинают бафать, и я потом на них как бы переключаюсь и смотрю по возможности. Чисто что автоатакой только помочь. Ну а так смотри, там физушники-то какие. Вон, на стресс с малефицистом. Потом кто? Кто еще там сидит? Зеванди сидит там? Нет, я забыл. Нет, да, справа. Да, вон приверженцы. Ну получается не хватает. Там щит-то сколько? 75 тысяч? Это все-таки надо внести откуда-то этот дамаг. Два фурика, кот не справляются получается. Ну кот это вообще... Да нет, сейчас нормально, мы их успеваем убивать. Тебе сейчас прям уйти надо, краш-тест? Была хуйня? Что, когда фанатик... Ну иди, срывается, иди. Сейчас танк вылетел второй. И бежит на меня. И вместо того, чтобы бить приверженцев, я убегаю от фанатика. И я не могу подойти к нему, потому что он просто ваншотнет. А он бежит за мной. В любом случае. И продолжает этого делать. То есть сейчас была проблема вот именно в этом, что... Ну, типа я, по крайней мере, бегал от фанатика. А потом вышел второй, понимаешь? Один слот надо где-то найти. Я бы вообще расход предлагал. И завтра уже, блядь, по нерфленой ее бить. В принципе, смысл сегодня страдать, если мы не можем. Мы сегодня хуже, чем вчера бьем. Гораздо хуже. Нам, типа, какой, в принципе, смысл? Сейчас можно пойти там... Моя десятка может пойти Молчазара убить, например. Нам он один остался. Если кто-то поможет, мы будем признательны. Дримботок, давай там это камни тоже улучшай, вот эти вот, чтобы не было вот этой ЛКшной залупы по 23 СПД. Дримботок, давай посмотрим людей на предмет наличия БКшных камней. Вот, пока что у Дримботока посмотрел. Помогите поосматривать. У Дримботока нормальный гир, он что-то жмет просто, видимо. Не, 3 или 4 камня там, чтобы заменил. И то лучше будет. Вот эти циферки нам сейчас нужны. Радикона не буду осматривать. Короче, ладно. Взятые. Пошли, будем пробовать, наверное, молча собирать. Че, все, в расход итоге? Сейчас не ливайте, сейчас ИПшку дам.
принципе. 2 часа попробовали. Ну, как бы не получилось, жалко. Ничего, завтра. Ну, а собрание, извините, а собрание будет? Собрание откуда? Насчет собрания, давайте. Ну вот сейчас у нас время есть, в принципе. Оно 19 стоит. Ну давайте сейчас, пока мы все здесь. Ну, какие вопросы есть? Самый главный вопрос. Ну, Спокмана сейчас нету. Со Спокмановского статика есть кто-то в рейде, хоть один? Или нету? По-моему, какого? Нет статика. Спокман. Ну, со Спокмановского. Или Холи Дринк? Кто был с его статика? Нет, Холи Дринк мой. Че, вообще никого, получается, не было? Ну, да вам... нет, никого. Вон только от этого, от взятого и все. Я знаю, что они болеют с этой с женой. Это, ну, самый главный вопрос. Вы остаетесь? Мы остаемся. Надо еще из Покмана то же самое узнать у него. Вот, я этот. И еще вопрос к тем, кто не входит в статики и кто вот в эту же неделю появился в гильдии. Это Спирит. Я не знаю, есть еще кто-то. Но Спирит точно, потому что ты в рейде присутствуешь. Я тебе тоже накину 4000. Вот. Ну а так, по-моему, я никого не видел больше, кто вместе с вами пришел, но не с вашими статиками. Я говорит. Ну нет, новенький это другое. Тут именно речь идет о том, кто со статиком пришел. Типа вот со мной ребята, которые были. Еще один. Ну, Спирит, я думаю, под эту хуйню подпадает. Этот малефицист, что тебе с Навара закинуть, да? Эту хуйню, по-моему, мы договаривались. Навара, сейчас давай. Перекину. 4000 или по всем? Нет. Почему? Ты что, с ума сошел, что ли? Ну мы на леди сколько были? 1000 я дал, да? Вот эту 1000 я перекину. Все это с другого рейда у тебя, со второго, который ты ходил. Помнишь? А вчера я тебе Навара вроде кидал, да? Вроде. Я не скажу за этим на самом деле. Но не, ну там... ты же вчера не заходил вроде как. По-моему, не заходил. Ну, вчера Навара был, да? Так, вот косарь. Ну а так-то больше вопросов нету. Если остаетесь, то нормально. Хэлла, а ты со Спокмановского статика, Хэлла? Он здесь. Хэлла мой. А, тоже твой. Блять, а Спокмановский вообще никто не зашел, что ли? Ну, видимо. Ладно, что хотят, блять. Не хотят рейды закрывать красиво. Зато шмот хотят. Ну, его все хотят. Сейчас, да, срез сделаю и списочек открою. И там записано. Все в списочке. Ну, эти статики, кто новые.